Приморье по инициативе губернатора Олега Кожемяка действует программа «Тысяча дворов». Работает она и в Хасанском округе. Так, благодаря ему за последние 4 года в Хасанском округе созданы новые современные детские площадки, отремонтированы дворы, благоустроены пляжные территории и общественные пространства. В прошлом году по программе «Тысяча дворов» в Славянке появились 2 детские площадки по улицам Молодежная и Блюхера. В этом году программа продолжилась. В 2023 году в рамках регионального проекта «Тысяча дворов» было благоустроено 4 придомовых территории. Основные 3 территории – это Ленинская, 68, Героев Хасана, 11 и село Барабаш. Контракт составил более 6 миллионов рублей. Деньги на реализацию проектов поступили из регионального бюджета. На площадках установлено игровое оборудование, сделано покрытие из прорезиненных плиток. Местные ребятишки уже вовсю резвятся на детских площадках, катаются на качелях и занимаются на турниках. Стоит отметить, что реализация губернаторской программы «Тысяча дворов» будет продолжена и на следующий год. Программа «Тысяча дворов» появилась благодаря губернатору в 2019 году. Эта программа работает до настоящего времени. Также граждане могут подавать заявки, и подано уже много заявок с 2019 года на обустройство придомовых территорий. Благоустройство детских спортивных площадок, скамеек, урн, освещение, можно асфальтирование. Администрация Хасанского муниципального округа планирует и дальше участвовать в этой программе. На 2024 год мы подали предварительную заявку. Проект «Тысяча дворов» – не единственная программа, направленная на благоустройство общественных и придомовых пространств, действующих в Приморском крае. Среди них федеральная программа формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект». Во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на Всероссийском форуме благоустройства губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, что сегодня темп развития Приморья предопределяет нацпроект «Жилье и комфортная среда». Это главный вектор движения вперед. Благодаря им за последние несколько лет удалось обустроить более 380 общественных пространств и около 2000 площадок. Олег Кожемяка также отметил, что программа очень востребована среди жителей, ведь она создает места для отдыха и прогулок. Кроме того, особое внимание правительство края уделяет организации территориальных общественных самоуправлений. Это еще один эффективный механизм создания комфортной среды. Жители самостоятельно разрабатывают проекты благоустройства, исходя из собственных нужд и потребностей. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости Славянки.